Полиция Армении предотвратила сходку воров в законе, которая должна была состояться в одном из ереванских отелей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Все ее участники были задержаны. С ними провели разъяснительную беседу и предупредили о необходимости воздержаться от подобных собраний. Как говорится в сообщении ведомства, силовики продолжат наблюдение за имеющими склонность к подобному образу жизни лицами. Ранее сайт Шамшьян сообщал, что правоохранительные органы вынудили покинуть территорию страны внука Аслана Усаяна, дед Хасан, Иракли. После произошедшей в Армении бескровной смены власти местные силовики начали активную работу по предупреждению деятельности местных воров в законе. Их массово задерживают и доставляют в участки, где призывают вести себя сдержанно и не раздражать окружающих своим вызывающим поведением, а лучше вообще отказаться от прежнего образа жизни. Некоторые эксперты полагают, что в этом новые власти Армении хотят походить на соседнюю Грузию, известную своей эффективной борьбой с законниками.